Работу по вакцинации населения нужно усилить во всех районах Самары. Такую задачу на городском оперштабе по предупреждению распространения коронавируса поставила глава города Елена Лапушкина. Чтобы создать коллективный иммунитет, нужно привить не менее 60% населения. И майские праздники – подходящий период для тех, у кого нет времени сделать прививку в рабочие дни. В городе в круглосуточном режиме работает прививочный кабинет по адресу Мичурина, 125. Кроме того, для удобства жителей в течение всех праздников будут организованы выездные прививочные пункты возле магазинов и рынков. Чтобы сделать прививку, при себе достаточно иметь паспорт. Если раньше была только спутник, который был с жестким регламентом хранения, да, где было минус 18 и больше, то сейчас появились и пивак, и ковивак, у которых плюс 2, плюс 8. То есть обычный холодильник, то есть это сумка, в которой можно транспортировать эту вакцину. И мы можем, на самом деле, выезжать и без каких-то специальных морозильников работать на предприятиях. Поэтому здесь вопросов нет. Чтобы ускорить процесс, главы районов должны провести беседы с руководителями предприятий, магазинов, учреждений, расположенных на их территориях, и убедить в необходимости прививаться. На такие встречи нужно приглашать врачей, чтобы люди могли получить информацию о вакцинах из первых уст. У вас тоже все-таки как главных врачей, как просто врачей, не отстраняться и убеждать людей, что это необходимо сделать. Ну, конечно, без врачебных знаний мы здесь не обойдемся. Кроме того, в режиме ВКС в ближайшее время пройдет совещание с директорами школ. Учителя также должны пройти вакцинацию, поскольку контактируют с большим количеством людей и находятся в группе риска. Виктория Шара, Константин Головин. События.